Детский школьный технопарк «Конториум» откроется на базе Тамбовского лицея номер 14. На эти цели с федерального и областного бюджетов направили более 21 миллиона рублей. Заниматься в технопарке смогут ученики любого образовательного учреждения, а не только лицеисты. Вместе с лицеем еще несколько школ Тамбова ежегодно оказываются в списке лучших в ЦФО по количеству поступивших в ведущие вузы России. Сегодня по итогам ЕГЭ мы понимаем, что 76% выпускников 11 классов поступили на бюджетные места высшие учебные заведения. По Тамбову этот показатель приближается к 80%. Еще раз говорю, это значит, что несмотря на изменение формата обучения, качество образования мы с вами не потеряли. Планируется, что новый учебный год в нашем регионе начнется в очном формате. 1 сентября за школьные парты сядут 4000 тамбовских первоклассников. Всего же в областном центре к учебе приступят 32 000 школьников.